Грандиозное окончание баскетбольного сезона. Нижегородские баскетболисты завоевали серебро в чемпионате Единой лиги ВТБ. Команда Нижнего Новгорода впервые за всю историю существования смогла добиться таких результатов. Во-первых, БКНН стала одной из четырех лучших команд Европы. Они дошли до полуфинала Еврокубка. А в лиге ВТБ столкнулись с самым титулованным клубом, четырежды чемпионом – ЦСКА. В итоге нижегородцы – серебряные призеры. Вернувшись после финальной игры, баскетболисты встретились с болельщиками. Меня муж первый раз привел на баскетбол, я никогда не была фанатом какого-то вида спорта. Да, и мы не пропустили ни одного матча. Я настолько просто, мне нравится. Я отпрашивалась с работы, приходила. Большое спасибо команде на самом деле. Они подарили много таких эмоций, что просто разрывало после некоторых матчей, что просто фантастика. Я безумно доволен тем, что у нас в Нижнем Новгороде есть такая команда. Я ей очень сильно горжусь, благодарен тренерам, игрокам и всем тем, которые подарили нам это серебро. Спасибо им. Тут даже всплакнул. Конечно, приятно, когда болельщики пришли после такого, я сказал бы, хорошего сезона. Конечно, не суперского, если бы там золотые медали выиграли, но и серебряные, как у нас говорил тренер, они с отливом золота, все-таки мы проиграли ЦСКА, и я думаю, это хороший результат. Поэтому приятно, что команда становится популярной, становится любимой в народе. И болельщики нас поддерживают и не забывают.